Еще раз, это своего рода ощущение уверенности. Хорошо, что это приходит через общее, через товарищей, поэтому мы должны произвести объединение между собой, и тогда получить в это объединение какой-то духовный подъем. И тогда, даже если этот подъем исчезает, должен исчезнуть. Есть специальный процесс здесь, который не зависит от учеников, но они должны сейчас в объединении между собой идти в ощущении, намерении, по мощи, как будто есть у них та же самая уверенность, тот же самый подъем, то же самое ощущение. Конечно же, его нет. Но им и не нужно, чтобы оно было. И если это будет, то это будет за счет энергии Высшего. И необходимо в конце концов достичь энергии самой группы, когда это общее усилие, которое мы создаем в группе, чтобы оно принесло им то же ощущение, и то же понимание, и то же восприятие, но их собственное, самих учеников, которые постигли и почувствовали в своих келим, называемых верой, чтобы она была выше их личного мнения в их общем кли, который называется общей отдачей, верой, совместной отдачей. И так мы продвигаемся.